Продуктов в Крыму достаточно, и никакая блокада с украинской стороны не в состоянии нанести ущерб экономике региона. Об этом заявляют крымские власти на фоне акции, которую устроили украинские активисты. Блокировать проезд грузовиков с продовольствием агитировали представители так называемого меджлиса крымских татар, которые сами давно покинули полуостров. Присоединились и участники правого сектора, деятельность которого, напомню, в нашей стране запрещена. У пропускного пункта Чунгара сегодня возвели палаточный лагерь, дорогу преградили бетонными блоками, так, чтобы проезжали только легковушки. Милиция не вмешивается, более того, стражи порядка направили в поддержку нарушителям движения. По неподтвержденным данным, на дороге задержали около 60 фур. Впрочем, в Крымском погрануправлении заявляют, что не зафиксировали какого-то необычного сокращения числа грузовиков. В правительстве Крыма отмечают, что в любом случае экспорт в регион с Украины меньше 20%. На заполнение прилавков блокада не повлияет. Зато больно ударит по украинским производителям. Между тем, из Бахчисарая пришли сообщения, что крымские татары пикетируют резиденцию одного из инициаторов акции, заседающего теперь в Украинской Раде, называют его предателем и Иудой.